Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня с вами пассе композе, третий аспект. Изучаем с вами как раз-таки третью группу и партип пассе этой группы. Именно только те глаголы, которые формируют пассе композе с глаголом avoir. Давайте посмотрим сначала то, что у нас в шапке. Avoir, eu, иметь. Обратите внимание, как eu произносится. Вот eu не произносится, просто eu. Avoir, eu. Некоторые спросят, когда я могу сказать с avoir в прошедшем времени. Например, у вас что-то появилось. J'ai eu un chien. У меня появилась собака. Или j'ai eu un chat. У меня появилась кошка. Вот это вот будет в passé composé как раз-таки с глаголом avoir. Или, например, j'ai eu soif. Захотелось пить прям быстро. То есть варианты того, как это использовать. Это у нас просто в русском другие немножко конструкции, поэтому нам не сразу это в голову придет. Дальше. Pouvoir, pu, мочь. Être, été, быть, vouloir, voulu, хотеть, savoir, su, уметь, знать, lire, lu, читать. Уже мы в шапке видим, что очень много вариантов того, как можно participe passé сформировать. Дальше смотрим еще небольшой список, который вам нужно будет выучить, если вы вообще их не знаете. Courir, бежать, recevoir, принимать, получать, connaître, быть знакомым, devoir, быть должным, voir, видеть, plaire, нравится, pleuvoir, идти дождю, это безличный глагол, ouvrir, открывать, traduire, переводить. Если вы уже знаете что-то, или, может быть, сомневаетесь, останавливайте видео и сами пропишите все participe passé, чтобы вот именно немножко напрячься, и потом уже проверить. И начинаем. Что получилось? Courir, couru, recevoir, reçu, connaître, connu, devoir, dû, voir, vu, plaire, plu, pleuvoir, plu, ouvrir, ouvert, traduire, traduit. Разные совершенно participe passé, никакой логики вообще нет. Courir похож на вторую группу, ouvrir похож на вторую группу, но мы смотрим participe passé, у них у обоих еще они и разные. Couru и ouvert. У глагола plaire и pleuvoir вообще одинаковый participe passé. То есть все это нужно запоминать. И особенно нужно тоже запоминать эти настрочные знаки, подстрочные тоже. Du с домиком, reçu вот с этим без домика. Сколько раз не говорю, не сразу люди пишут вот это все. Так что вы это все переписываете вручную, чтобы уже немножко лучше запомнить. Только глаголы третьей группы, формирующие с avoir, passé composé, у нас сегодня изучаются, поэтому вот наш глагол avoir, и сразу тренируемся на глаголе voir. Как сказать «я видел этот фильм», например? J'ai vu ce film. J'ai vu ce film. Или, например, «я уже видел этот фильм». J'ai déjà vu ce film. У нас это déjà vu русское как раз-таки из французского «уже увидел». J'ai déjà vu ce film. Дальше. Tu as vu. Il a vu. Elle a vu. Nous avons vu. Vous avez vu. Ils ont vu, elles ont vu. Все это перепишите. И следующий глагол, вы спрягаете его самостоятельно, то есть все по правилам. Avoir и плюс participe passé глагола recevoir, принимать. Выключайте меня. И теперь проверяем. J'ai reçu. Например, я получила это письмо. J'ai reçu la lettre. Вот она у меня. Да, это вот оно, письмо. Дальше. Tu as reçu. Il a reçu. Nous avons reçu, vous avez reçu, ils ont reçu, elles ont reçu. C'est tout. То есть ничего сложного нет, кроме того, что надо запомнить эти participe passé. Если вы будете много читать, выполнять различные упражнения, вам не придется сидеть со списком. Эти глаголы, я вот, которые дала, они достаточно популярны, вы будете их всегда встречать, и вот постепенно один раз встретите, два встретите, в каком-то сериале услышите, например, c'est ouvert, это открыто, например, про магазин какой-то. Вам это все будет записываться на подкорку, вы все это постепенно запомните. Но, конечно же, никто не мешает вам скачать список, найти в интернете список глаголов третьей группы с их participe passé и все это медленно учить. Можете взять себе какого-то человека в напарнике и с ним, например, вы ему говорите ouvrir, он вам ouvert, он вам говорит recevoir, а вы ему reçu и так далее. То есть это будет тоже эффективно. Ищите себе партнеров, одному учить, может быть, не так интересно, иногда мотивация падает, если у вас кто-то есть еще перед кем определенная ответственность у вас, то, может быть, будет эффективнее. Хотя думаю, что вы и так хорошо занимаетесь. C'est tout pour aujourd'hui. На сегодня все, и будут еще видео. Дальше будем продолжать другие аспекты. Au revoir.